Друзья, ну вначале хочу рассказать вам о магазине дешевых робоксов RBX Store. Тут без труда вы купите самые дешевые робоксы. Курс 1 к 3, а также возможность купить геймкард карточку, ребят, с моментальной доставкой. Я проверял, все четко и работает. А также у них есть группы в ВК и Дискорде, где вы можете почитать отзывы. Пользуйтесь, все ссылки будут в описании. Друзья, всем здорова, с вами как всегда Бамбук, он здесь Капанда, добро пожаловать ко мне в гости, Roblox Shindolai. Так, пушистики, и у меня здесь пришла в голову гениальная идея, я хочу сделать здесь сейчас новую рубрику, ребята, мы будем тестировать различные, ребята, моды, различных хвостатых, а также различные, ребята, блудлайны против чисто, ребята, хвостатых. То есть, в чем суть? Я сейчас, ребята, выбираю какой-то мод. Ну, например, мы сейчас начнем, конечно же, с моего любимого десятихвостого, ребята. Активируем, ребята, десятихвостого и пойдем на какого-нибудь хвостатого. Ну, можно в режим Великой войны, чтобы их там не дожидаться. Например, там против Шукаку, либо против Мототаби. И буду сражаться, ребята, только чисто десятихвостым. То есть, я буду использовать, ребята, самую сильную третью форму. А буду использовать только эти скиллы. А что там у нас есть? У нас есть скилл на Q, ребята. У нас есть скилл на Z, когда мы призываем нашего хвостатого десятихвостого с этим лучом. И есть левые клавиши мыши, ребята. Вот и все. С помощью вот этих вот трех скиллов мы сейчас, ребята, будем сражаться против хвостатого. В чем суть, ребята, этой рубрики? То есть я хочу затестить, точнее я хочу замерить, сколько времени уйдет, сколько минут и сколько секунд уйдет на убийство, ребята, хвостатого с помощью определенного мода. И после этого, ребята, мы будем фиксировать результат. И потом, ну если приживется эта рубрика, если, ну скажем там, наберем 2000 лайков, ребята, давайте ставьте лайк, если хотите, чтобы я развивал эту тему. Мы с вами потом будем тестировать другие какие-то моды. Например, мы возьмем в следующий раз там, ну я не знаю, там, ну не лаву какую-нибудь там, какого-нибудь Акума можно, либо Рукан Шизен, ребята, взять, либо любого какого-нибудь из, ну, новых блудлайнов, ребята, можно будет Пика Сенка там взять, либо еще хоть что-то, Кобру там можно будет Меху взять. И точно так же затестить и посмотреть, сколько времени у нас займет убийство хвостатых. Ну что, ребята, усаживаемся поудобнее. Не забываем, конечно же, подписываться на канал, жмякать колокольчик и влепить царский бамбуковый лайкос, папа-дос, чтобы не пропускать все видосы, ребята, и стримы. А мы начинаем. Погнали! And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Yeah.
Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Ух, итак, друзья, в итоге получилось 4 минуты 28 секунд и 9 сотых. Ну, короче, 4.28. 4,5 минуты ушло на то, чтобы убить хвостатого, ребята, с помощью 10 хвостов. Капец, короче, оказывается, здесь риперы не работают, ребята. Но я справился и уложился в то время, чтобы у меня не кончился, ребята, мод. Это на самом деле самое сложное, потому что потом приходится либо на паузу ставить, либо приходится убегать. 4.28, неплохо, да? Напишите в комментариях, ребята, кого следующего также затестить, с помощью какого мода мы с вами, ребята, будем убивать следующего хвостатого. Хм, прикольно, мне, кстати, было весело и понравилось. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. На самом деле был Бамбуковым Витька Панда. Всем жму лапы, всем пока-пока.